Тихо нельзя. Чез, иди. Чез, пошли, Чеза. Чеза, ко мне иди сюда. Иди ко мне. Пошла вперед. Вперед пошла. Тихо. Уезжаем дальше. Куда ты полетела? Ну-ка, ушла отсюда. Пошла вперед. Пошла. Ну-ка, пошла вперед. Чеза пошла вперед. Отворите мне сейчас дело. Пошла вперед, сказал. Юра, чуть позже. О, басратушки, перепрятушки. Давай догоняй. Сейчас будет 100-200. Все, на дорогу. Погнал по кустам. Молодцы, молодцы, молодцы. Давайте, 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 давайте. Сейчас Владу спущу. В хорошей должны форме быть. Хороший, хороший. Сейчас Владка сбежит, спущу. Так, направо уходим. Нафиг я, кому я поворот не включу, не знаю. Сейчас она купаться. Сейчас Златку. Белкуню никак. Блять, лампочка, че, все горит. Горит со синим пламенем. Злат. Все, они по туалетам. Злат, иди. Злат, пойдем. Вперед. Догоняй. Купан, купальщица. We'll be right back.
Все, купайтесь, купайтесь, купайтесь. Сейчас белку. Каюр, иди купайся. Каюр. Пошел вперед. Пошел вперед. Вперед, вперед, я сказал. Вперед, вперед. Угорели чуть-чуть. Чес. Чес. Она возле тебя упала. Злат, вперед. Злат, вперед. Злата, вперед. Злата, вперед. Вперед. Походи, походи. Холодно. Кинуть тебе нечего. На палочку найти. Ну, молодец. Каюр, что-то копаешь? Копает что-то. Палочка, посмотри, может, не палочка будет. Че затронешь? Каюр по мышам пошел. Откопался уже. Сухую только. Я там где-то его. Если она будет, конечно. Чес, подашь? Одну. Чес. Все в репейнике. Чес, подашь? Да, человек ловит на удочку. Ты что, так заметила? Чес, подашь? Пойдем. Пойдем к себе. Пойдем в офис. Пойдем на трамплин. Он высокий трамплин. Ческа. Ой, обойди с ней вокруг чужой машины. Ты просто пусть она за тобой идет, Чес. Чес. Да не ругайся ты. Чес. Чес. Чес, иди подай. Чеза. Чес. Чес, иди подай. Чес. Чес. Иди подай. Неа. Короче, вот здесь вот надо зашукарить. Не хочет. Не, не в настроении она. Все, все в речке. Норки, морки. Не, зашукарить это не в костер бросить. Это вот, чтоб в траве лежало. Чтобы... Зачем ты помогаешь костровым? Все, пошла берега топтать. Будет бел. Ты щенками в этом году. Я буду себе суку должен оставлять себе, по идее. Нам потом 9-й год. Мы и так на спад идем уже по возрасту. Все берега, норка, хорек, все ее. Любит она речку, это до ужаса. Вся в маруху, в бабку свою. В прабабку. Ада бабка, море прабабка. Да, блядь, норок за сезон. Сколько Олег брал норок? Там много, когда был. На шубу набирал, на две.
Все в шубах были в норку, когда мода была. По 200, по 300 норок. От Одинцова до Гагарина все собирал. Маруха. Только ему нужна была собака, вот только чтобы чисто речка. Все. Не отвлекалась ни на что. И она так и работала. Вот гены передаются иногда по собакам. Она все работает, она не отказывается. Ну, кроме кабана не хочет вообще. Не интересен вообще никак. Эта вонючая какашка не нужна совершенно. И это очень хорошо. Куница и речка. Все. Лосик, пожалуйста. Можем поработать. Кто там бил? Все норки, все дырочки, все проверит. Какой длинный у тебя поводок. Бел, я снимаю только одно заде твое. Ладно, будете ролик смотреть, я его на таймер поставлю. Пока будете смотреть, я уже буду в дороге. Так что смотрите на здоровье. Че? Чез! Чеза! Чеза! Чеза, иди ко мне сюда! Чеза! Чеза! Любопытная! Чез! Иди ко мне! Ко мне иди сюда! Чеза, ко мне! Иди ко мне! Любопытная? Ну, иди, там под кустом много мышей. Пусть покопает лапы. А белка вся в речке, все, это бесполезно. Пока она весь берег не обнюхает, кто там живет. С ней вот хорошо. Был, видишь, я не беру. Какой год ни норку не беру, ни хоря. Даю расплодиться. Не, пусть приносит, я давно бы уже... Пеньгову бы эту речку бы всю бы уже выбрал бы все оттуда. Но когда я тонул, когда вы помните с этим, с лосем на феврале мороз стоял, у меня лося работали 5,5 часов. Во, и это сколько я вам показывал, там столики, выходы, норки. Пусть плодится, пусть размножается. Чтоб лишь бы другой не попался охотник, тот, который придет и все выбьет оттуда с собаками. Не хочется, чтобы побольше было все везде. Поэтому где-то надо перетерпеть, перебздеть и не добздеть. Чтобы потом получить побольше. С удовольствием везде. Даже можно проводить испытания. Каир, у тебя дышит там сзади что-то под хвостом. Пыхтит он. Ну вы находите гнезда, они пустые, смотри-ка. Да, Чес? Ну ладно. Пусть они покопаются. Бел. Белкуня. Один. Вся в речке. Одни уши торчат. Ну что там? Ладно, буду с ними заниматься. Он рыбку по чуть играет. Так что вот так вот. На выставке пообщаемся. Может быть, заведем какие-то новые знакомства. По вязкам, по кабелям, по всему остальному. Пообщаемся. Нам получить обычные наши оценки. Какие заслуживают они. Ничего у нас нового в родословной нет. Вот. Классных потомков тоже пока нет. У белкуни-то есть уже. Но я ее не рискую, не везу. Из-за зуба. Вот так вот. Вдруг не увидят, не захотят увидеть. И мы пролетим, как фанера над Парижем. Сразу выбраковка. Хотя на эталон все помнят, какая она выставочная собака.
и так далее. Можно пролететь, не хочу рисковать. Хороший, сложенный по мускулатуре, по корпусу, компактный, все, глаза, уши. Ну, все идеал просто собаки, как говорили неоднократно на выставках. Не я, а эксперты говорили. Не хочу и портить репутацию перед пенсией. Такие дела. Все. Всем всего хорошего, наилучшего. Кто помнит о лайках, спасибо большое. А кто нет, просто спасибо. Только за что, не знаю. Глупо, да? За то, что смотрел, лайк поставил или что там? Ну, бред какой-то, не поверите. Такой бред. Очень важен, нам очень важно для нас. Как там люди, как эти недоделанные говорят? Ставьте колокольчики, хуёльчики и что там, подписывайтесь, нам это важно. Пишите хорошие комментарии. И что еще там можно? И лайкайте, да, там или что там. Ой, кошмар, блядь. Такая бредятина, блядь. Для палаты это вообще кошмар. Развод. Люди вас разводят. Очнитесь. Че? Подай. Не прыгнула. Да, да. Молодец. Так что люди должны все сами. Если ему нравится, он должен сам обязательно всегда подпишется. Почему как с глупыми людьми? Вы это сделаете, то сделаете. Это бред, конечно. Я не сторонник этого. Человек, если увидел что-то, ему понравилось, он сам обязательно подпишется, сам поставит колокольчик, что ему там надо, он все сделает. Но не с указки этих недоблогеров, бля. Или как, кем, попрошайки, кто вымогал его одно сплошное, не YouTube стал, помойка настоящая. Так, поехали домой, идите. Сейчас поедем домой, так что человек должен все делать сам. От чистого сердца, с доброй душой. И помогать, и никто его за это не должен его напрягать в этом. Правильно? Правильно. Сейчас подай. Подай. Молодец, падай. Молодец, молодец. Падай, падай, падай. Все, дождик капать начинает. Давайте нам собираться еще в дорогу. Собираться в дорогу. Отряхивайся.